Вышла на балкон, потому что нельзя больше курить. Хоть воздухом подышу. Вкусненькое. Хлебушек. Хлебушек. С классной корочкой. Хрустящей. Козлики. Боже. Обалдеть. Утро начинается не с кофе, не с хорошего настроения, а с дебильных соседей, которые просто охерели. Утречка. Отвела вчера эфир. Сегодня уже... Чё ты тут орёшь? Даже не успела порисовать толком. Кстати, насчет рисования. Я снова пытаюсь вернуться в стезю рисования. Это картина по номерам пока что. Первая, в принципе, такая с Алиэкспресса в моей жизни. Так-то до этого я рисовала картину по номерам. Она была от моей подруги из Твери. Леся, люблю тебя. Ставила я краски позавчера, нечаянно, на окне здесь. Окно было открытое, что вы думаете? Конечно, все краски засохли. Теперь я пытаюсь как-то их реанимировать. Вот, я уже их и на паровой бане делала. И вот я уже залила их водичкой и уже просто их пытаюсь... Короче, какие-то точки как-то мы немножко запотели. Короче, не знаю, что с этого получится, потому что все будет нормально, фиг с ними. Я, значит, если не получится их реанимировать, я все равно что-то придумаю. Если я не придумаю, значит, я поеду, куплю уже нормальные краски. Потому что мои краски все Sonnet. Они не дешевые, как вы знаете. И... Паровая баня, ребята, не помогла. Вот.
Я всех уже в соседей прокляла. Мы стоим в очереди. 2055 по счету, умноженное на 3. Вон там где-то за пробкой. И вот куча всех машин. Это все на заправку. Слава Украине! Уже где-то час? Ну ничего, все будет добре. Наконец-то можно увидеть заправку. Мы уже близко. Там. Но уже намного ближе, чем было. Так что уже полегче. Удивительная машина, ребят. Просто мне очень нравится машина. Жовто-червона. Классная машина. Слава Украине. Ой. Какая красивая башня, Боже. Обалдеть. Какие вам запахи, кстати, нравятся? Запах древесины не один из моих любимых, но неплохо. Угу. Меня согнали с моего места. Кто тут у нас? Собака. Ближе я к тебе не подойду, боюсь. Собака. Ну ты милая. Все животные милые. Даже вот та бджелка, которая меня грызанула. Все равно животных люблю.
Так, ребята, срочные новости вам говорю. Значит, купили клубнику. Клубнику не покупайте. Короче, выброшенные деньги. Ну, мы покупали за городом. Но в этом и суть. Купили, короче, и она вообще не сладкая, ничего. Ну, я не о том. Я спешу поделиться новостью, что у нас появилась вегетарианская колбаска. Будет делаться сегодня оливье из нее. Блин, а может завтра? Ну, не знаю, нужно заставить сегодня, потому что я всем обещала, что я сегодня выйду в эфир с оливье. В смысле, готовить оливье. И вот такие, ну, вы уже видите, я их поела нормально. Сосиски веганские. Делала из них хот-доги. Поэтому, как вы видите, тут уже штучки две нету. Ладно, всем смачного. Всем дякую. Та-дам! Оливье. Всем доброе для меня утро. Опухшее, потому что был очень веселый день, вернее вечер. Много было слезок у меня. Сегодня собираемся идти в больницу. Просто возвращение. А я подумала, можно ли мне сдавать анализы или нет.